Была на практике, ну, 4 месяца почти. Почему? Это была таблетки для печени. Да, просто решила почистить свою печень, потому что решила, что я много пью, и иногда нужно заботиться о своем, не иногда, а всегда нужно заботиться о своем здоровье. И поэтому я пила таблетки, но просто для очищения, как бы они, потому что у меня там с печенью плохо. Нет, у меня, слава богу, со здоровьем все хорошо. Хорошо. Такой повод пить сегодня за сколько? Почему ты пила таблетки? Так, с Еленой общаешься или уже нет? Конечно же, общаюсь. Вселенная остается на доме 2. Не знаю, это спросите у Вселенной. Я не знаю, будет ли она оставаться, потому что такой как бы момент. Простые таблетки, таблетки просто для печени. Ничего такого сверхъестественного нет. Так что вот так вот. Ты где ты работаешь? Нет, я не работаю сейчас. На данный момент у меня был мальчик. Я никому об этом не рассказывала, но у меня были какие-никакие отношения вот, с человеком, с мальчиком, с футболистом одним. Не буду говорить с каким. Но, в общем, были и сейчас. Рыбку заказала, супчик. Ну, в общем, все, что хотела, заказала. Все колбасы, колбасы, паштеты. Знаете, где я? Посмотрите. Тебя узнают на улице. Кстати, да, я тусовалась в заведении. Вообще, я не думала, что меня могут узнавать где-то. Нет, в Твери нет знакомых. Блин. Да, жаль, мы все ей соболезнуем очень сильно и поддерживаем ее. Жизнь такая штука. Очень даже печальная. Люблю селедку. На что ты живешь?
секунду, ребят. Угу. А как он открывает? Карта. Вот, на Б уже ходила. Меня звали на шоу «Бородина против Бузова», и в четверг я так и не пошла в связи с тем, что... Ну, в общем, у меня в жизни обстоятельства такие, что я не смогла пойти. Спасибо, я вас рада была видеть. Я уже, знаете... Так что это как бы такой себе вариант. Это такое больше для, скажем там, так, у кого-то для хайпа, у кого-то для чего-то еще. То есть, да, мне там было просто интересно изначально. Я там встретила мужчину, с которым бы хотела там построить какие-то отношения. Вот. И он, в принципе, был на уровне. Откуда, значит, Страхова ушла. Знаю, ребята, знаю. Вот. Так что как бы вот так вот. Работаешь? Не работаю я. Домой иду. Селедки хочу. А работу ищешь? Ну, периодически, да, но мне не подходит просто график. Когда я просто не люблю работать в графике, то есть, да, с 8 до 8 работать не буду никогда в жизни. Так что это как бы не мое. Я ищу работу, которая будет со свободным графиком подходить мне. И не какую-то такую важную, потому что я не готова к такой работе. Серьезную, скажем так. Штернами, то не всегда. У меня колледж железнодорожный. Вот. Так что как-то вот так вот. Вас в последнее время стало мало. Нужно делать так, чтобы вас становилось больше. Она бы платит, если пойдешь. По поводу этого я не буду ничего говорить, потому что каждый ходит по-разному. Кто-то ходит туда за 60 тысяч рублей за эфир, кто-то ходит туда за 50, кто-то за 10, а кто-то вообще ничего не дает никому.
кем хотела бы работать. Хочу быть актрисой, хочу сниматься, играть. На Сейшелах. Да, на Сейшелах круто, но вот именно тот период времени, который я была, круто. То есть, типа, не круто, когда там сидишь по полгода, от слова совсем. А ты в курсе, что с Леной случилось? Да. В курсе, что ли, с Леной случилось, и завтра мы должны быть на похоронах ее отца. Но я не знаю, смогу ли я вообще пойти, очень хочу пойти и поддержать. Зашла, объясни мне, если там какое-то ебало стрёмное. Съебалась нахуй. Я пила таблетки для печени, невкусно. Не спи. Бля, я 8:30, что, прикалываешься? Малыш. Не спи. И такая под шумок, короче, ушла. Чтобы я, типа, пришла и такая, ой, ты спишь? Ага. Не получится ничего.